Но тут произошел еще один казус. Из-за того, что пьянь слепая, у меня ползаписи не записалось. В итоге, где мы? Где мы, ёпта? Мы на земле, бля! Здорово, дармоеды, с вами Джерри. Сегодня мы с вами отправляемся на минус. Кадром я переделал старый аппарат Мунозонд. В итоге у нас получился минус зонд. В итоге я просто тупо испытывал этот аппарат несколько миллиардов раз, вносил изменения, но под конец этого видео я все-таки нашел наконец-таки рабочую версию. Но там был еще один момент. А вот теперь самый экшен. Это как? Это как назвать? Нахрена я пробел нажал? Это как назвать? Теперь давайте попробуем по-нормальному. It's the flower, mine is lost. Beyond space, beyond time, give me fire, clear my mind. Day of love, so divine. You are human, just like now. Ooh, I can see in the dark. Почему я сейчас запускаю еще одну ракету? Да потому что я просто тупо не могу рассчитать по-нормальному время маневра. Thank you.
барабан с бубном мне все-таки удалось попасть на минус. Итак, мы на минусе. Шо ж, я припёрся, собрал очки науки, и у меня встал вопрос, а как взлетать? В общем, я долбоёб и конец скетча.